Надеюсь, в привычном, традиционном, если хотите, для себя режиме, значит, все понимаете прекрасно. С 8 до 10 по будням в этой студии собираются хорошие люди, музыканты, талантливые, разговорчивые, что очень важно, хорошую музыку играющие. Ну и сегодня коллектив, который мы представим вашему вниманию, это еще одна ипостась одной чудной, совершенно очаровательной особы. Об этом мы, конечно, поговорим чуть позже. Для начала традиция есть традиция песня, а потом уже, естественно, мы приступим к разговорам. Посему рекомендую начать. Как всегда, живой звук в программе «Живой». Поехали. Какая разница? Эти картинки прекрасные, и мы запомнимся, как герои фильмов и комиксов. 4-2, ключ к разгадке, не забывай. Миру вопросы задавай. Будь безмятежнее, лотоса не сыг. Гаси, не забивай. Ключ к разгадке, не забывай. Миру вопросы задавай. Будь безмятежнее, лотоса. Люди не супермены, но летают. Вечная жизнь есть, но исход летает. Бермудский треугольник, черный квадрат и другие тайны пространственной геометрии. Счастье в граммах, любовь в сантиметрах. Причин сдаться сотни, но не для Тони Старка. Спасаю мир, наш старт. Ключ к разгадке не забывай. Миру вопросы задавай. Будь безмятежнее, лотоса не сыг. Гаси и забивай. Ключ к разгадке не забывай. Миру вопросы задавай. Будь безмятежнее, лотоса не сыг. Гаси и забивай. Find the gap, place smoke on the water. Mind the gap, place smoke on the water. Mind the gap, place smoke on the water. Mind the gap, place smoke on the water. По первой же песне стало понятно отличие Дарт Вейдерс от Дайте 2. Уже очень интересно, пишет Юлия Уцова, я с ней абсолютно согласен. Дарт Вейдерс, так называется коллектив, который здесь сегодня. Люсь теща Махова, так зовется эта очаровательная дама, которая повсюду. Я все время вижу ее где-нибудь со скрипкой, либо где-нибудь на вокале, либо где-нибудь просто тусящей среди музыкантов. Микрофончик себе потяни, пожалуйста. Да. Вот. Здравствуйте. Подала голос. И прежде чем мы начнем сегодняшний эфир, я хочу тебя поздравить с днем рождения. Спасибо огромное. Именно сегодня. И это стало уже доброй традицией, которой по счету день рождения ты справляешь, отмечаешь здесь, ну, в программе «Живые». Пока только второй. Второй раз, да? Мне казалось, больше. Нет. Это значит, так тебе привык уже. Второй. Да. Второй день рождения. Это стало уже, становится традицией. То есть второй раз это уже, однако, традиция. Угу. Да. Таким вот образом, сегодня у любимой многими Люси Маховой день народжения, я кажется, на Украине. И сегодня, собственно говоря, мы этот день отмечаем, по сути дела, и знакомим аудиторию с творчеством этого и еще одного коллектива Люси Тещи Маховой.
Давайте теперь по музыкантам. Братцы, у вас есть возможность хотя бы раз за эфир к микрофону вот к этому, где лампочка. Ой, лампочка раз потухла, загорелась, потух, вот это, да? Вот там вот. Оп-оп. Подходите, барабанщик молодца, сообразил, что у него свой. Молодец. Значит, Дмитрий Бородин, гитара клавишная. Подходи, пожалуйста. Всем привет. Привет, дорогой. Вокал, ритм, гитара Сергей Гамкрилидзе. Правильно я произнес фамилию? Я очень нервничал. Все правильно. Здравствуйте. Привет. Александр Поляков, вокал, бас, гитара. Это я. Добрый вечер. Ну и человек с собственным эфирным микрофоном. Лампочка горит. Да, да, есть. Сергей Гончаров. Это да. Барабанщик. Всем привет. Привет. Вот, собственно, это и есть коллектив, который называется Darth Vaders. И сегодня для кого-то, возможно, абсолютное откровение, открытие. Потому как тещу-то знают хорошо по разным ее проявлениям. А вот этот коллектив появился на свет как давно? Годика два назад, я так предполагаю. Два. Нет, подожди, мы выпускались... Мы, в общем, решили создать несколько экспериментальных треков в году в 13-м, так я помню. Записали их, успокоились на этом, и в 15-м году поняли, что дальше это в себе нельзя. То есть надо зря людям. Успокоились. Да. Так, и решили продолжать. То есть как же тогда считать-то? Если вы когда-то непонятно. Начали и забросили, а сейчас решили... То есть можно сказать, что в этом году группа родилась? Можно. Ну, да. Дмитрий Бородин считает, что да. Ну да. Нет, ну если начали в 13-м, потом отложили, а в 15-м снова вспомнили, то как считать-то тогда, наверное, с этого дня... Давайте будем считать день рождения группы Darth Vader с сегодняшним днем. Еще одна группа, у которой день рождения тоже. Ну, как хотите. Сегодня? Я предложил. Я в любом случае в этот день гуляю. Тут какая разница, с каким коллективом. Да, мы все гуляем. Ну, что. Ну, в общем, совсем свеженький коллектив, будем так считать. Да. Совсем молодой. И надо заметить, что у этого коллектива уже при всем при этом есть роскошный совершенно бэкграунд. Песен много. Настолько много, что можно запросто поместиться в программу «Живые», имею в виду необходимость 12 песен. И я уверен, что те, кто знают Люсю по другим ее проявлениям, уж простите меня, ребята, я сейчас к музыкантам обращаюсь, как-то все больше на Люсю. День рождения все-таки. Дама, понимаете, да? Да. Так вот, по всем ее известным проектам, а в этом она совсем другая. Вот абсолютно другая, и сама музыка другая, и она другая. Давайте мы немножко закрепим успех, что ли? Еще одну песню сыграй. А как, кстати, первая это называлась? «Коси и сбивай». Первая называлась «Коси и сбивай». А дальше? А вторая «О проводах» она. Ну, у каждой группы есть песня про провода обязательно. У нас тоже есть про провода песня, она называется «Джек-Джек». Ага. Вспомнил один неприличный анекдот по этому поводу. Не буду сейчас в эфире, тем более день рождения у дамы. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Люсь как-то с маслом. Погнали. Вправо, Джек, Джек, Дэниэлс, выход на бис, справа, майк, чек, кому достанутся лавры, майн, хэс, все песни о тебе, правда, карма, давно испорчена, number one, boy, you know you're right, and I love you, дабли, который раз на одни и те же грабли, я никогда не исправлюсь, мой собственный. Сорт, пикатина, пистеарий, без галстук, комплект и пластик.
Дарт Вейдерс, так называется коллектив, который сегодня здесь, в программе «Живые», на своем. И что касаемо дня рождения этого коллектива, коллектив совсем свеженький. Люся – человек, который не может сидеть без дела. Люся – человек, который все время пьет масло. А я знаю, что те, кто пьют масло, это роботы. Ну, в общем, Люся подправляет себя оливковым маслом, и она реальный робот. Как тебе сил хватает? Вот правда, вот реально, объясни мне, пожалуйста, я сам работаю много, правда. Это знают все сотрудники радиостанции. Но столько, сколько ты, я бы сдох уже. Вот знаешь, вот как тот конь, которого загнали. Как тебе это удается? Неужели все масло? В нем сила. В чем сила, брат? В масле. В масле, да. А так, Семен, знаешь, я бы тоже бы сдохла, но столько дел интересных. Приходится как-то, да, выживать. Нет, ну ты что хотел сказать? Ты как-то маякни, чтобы я тебе... Ага. Я просто говорю, да, просто нельзя сдохнуть, слишком большая ответственность. Надеюсь. Это понятно. И она еще и за вас теперь отвечает, как я понимаю, за всех, естественно. Нет, ты не уйдешь от ответа, правда не уйдешь. Я от тебя не отстану, просто потому что это действительно реально интересно, это невозможно понять. Сколько часов в сутки ты работаешь? Ну, когда не сплю и когда не отдыхаю. Хорошо, сколько ты не спишь? А я, как все люди, мне надо спать 8 часов. То есть ты еще успеваешь 8 часов поспать? А как же? Подожди секундочку. В сутках 24 часа. 16 из них, получается, человек работает. 8 ну, спать, 8... ну ладно, 6. Так, ну, мы сейчас скатимся наконец до 4 и поймем примерно реалии этой жизни. Не-не-не, 8, ну ладно, 6. Меньше 6 нечестно уже. Как начинается твой день? Вот ты проснулась утром. Ну, я же начну рассказывать, все не поверят. Я, главное, чтобы поверил. Во сколько ты просыпаешься, скажи мне? Вот вообще, когда как, но потом обязательно зарядка. Обязательно, да? Обязательно. Ах, вот в чем сила. Так, а какая у тебя зарядка? Силовая? Нет, трехминутная, статичная, без кардио. То есть ты просто тупо стоишь у окна 3 минуты? Я так понимаю. Не, ну если статичная, трехминутная зарядка. Не, ну бывает, что и стою, но не у окна. А где? Ну, в позе дерева, например. А что, покажи мне позу дерева. Ну, позу дерева тут можно, она приличная. Так, сейчас смотрим внимательно. Ага, понял. А неприличную позу какую-то? А неприличную не покажу. А что неприличного в той позе, которая... А как называется неприличная поза, скажи мне? Я забыла. А, бакасана. Даже звучит неприлично, фу. Я понимаю, да. Значит, 3 минуты ты стоишь в позе дерева. Нет. Или лежишь в бакасане? Нет, там это, на руках стоять надо. Хорошо, 3 минуты. Вот проснулась Люся утром, допустим, утро началось в 12 часов. 3 минуты, то дерево, то бакасана, то так, туда-сюда. Дальше. А потом завтракать вкусно-вкусно и не торопясь. Как и ты час еще ничего не делать после завтрака. Это неважно как, хоть бургер, хоть где-то там, хоть что-то сладкое, хоть что-то полезное. Главное, потом час ничего не делать. Ну-ка, встань просто в позу дерева еще раз. Ну, пожалуйста, ну, ради меня, ну, пожалуйста. На другую ногу можно а теперь тогда на любую хотя бы? Другую, хоть на третью ногу, как хочешь. А я сейчас прошу тех, кто смотрит трансляцию, посмотрите на вот это дерево, которое жрет бургеры, сладкое, булочки, как она говорит, как я понимаю, в любом количестве. Но не в любом. Куда оно, прости, вот куда оно? Так оно перерабатывается в энергию, а энергия как раз помогает вот это вот все не сдохнуть. Ага. Окей, я уже понял. Ты проснулась, постояла в дереве, потом, значит, съела пару... Маслом. Залилась маслом, чтобы не скрипеть. Потом съела пару бургеров. Дальше ты час ничего... А что ты делаешь, когда ничего не делаешь целый час? Есть такая игра, этот, в телефоне, Candy Crusher. Переведи. Там конфетки. Когда 3 в ряд собираются, они исчезают. А, то есть ты тупо в планшете сидишь? В телефоне. Можно в телефоне. Книжку почитать в это время, пока я ничего не делаю? Можно конфетки. Так все-таки что поиграть? Лучше? Все-таки конфетки поиграть или книжку почитать? Абсолютно, когда как. Понял. То ли книжку сейчас читаем, то ли ну, не конфетки. То, что одно плохо, а другое хорошо. Хорошо. Вот да, почитал да ты, все хорошо. Почитала ты книжку, поела конфеток. Ну, понажимала. Дальше. А дальше либо репетиция, либо кто-нибудь пришел, какой-нибудь ученик мой, либо куда-нибудь надо на концерт на чек ехать. Может быть, даже в интересную командировку. Угу. А да. Бывает такая штука выходной, я тогда сажусь в машину и мчу за едой и готовлю ее. За едой куда?
большой магазин с едой. А, то есть ты выбираешь магазин побольше, где много еды, где много еды, есть варианты. Чтобы всю купить. Всю, и потом ты привозишь. Зачем мне варианты? Привозишь ты все это потом хозяйство и радость эту всю домой, как я понимаю, закидываешь в холодильник. И готовлю. Когда? Вот реально. Сейчас тоже пока ничего не делаю. Перед эфиром мы общались с коллегами, которые говорят, я вижу Люсю все время где-нибудь. Какой-нибудь отчет о концерте, она там на скрипке играет. Следующий отчет о другом концерте, другого коллектива, она там подпевает. Следующее какое-то мероприятие, она там где-то... Когда ты успеваешь? Ну ладно, сейчас честно расскажу. Так, ну, нас наконец-то. 69 детей лейтенанта Шмидта. Так. Так. То есть, ну, я вел к тому, что у тебя есть двойники. Вот не может человек в одной ипостаси своей человеческой столько всего успевать. Успевать при этом тихо, спокойно есть масло, стоять в позе дерева, еще час ничего не делать, потом сходить на репетицию на какой-нибудь саундчек, потом абсолютно нормально, не уставая, поехать в командировку, а в выходной, как нормальный человек, еще мотнуться куда-нибудь в какой-нибудь Ашан, да, и большой огромный магазин, чтобы закупиться, затариться продуктами на неделю. Не может, так не бывает, я тебе не верю. Зато характер скверный. Ну, хоть один положительный момент есть в этом человеке. Хоть один характер хотя бы скверный. С днем рождения еще раз тебя. Спасибо. Давайте будем дальше петь, ребят. Чего это будет? Медляк. Да ладно. Нет, там не у меня главный вокал. Там не у меня главный вокал. Как называется-то песня? Бессмысленно в тот микрофон. Люся, ты не можешь? А, ты забыл. Пей масло. Следующая песня «Лови меня». Хорошо. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Напомню, здесь сегодня Дарт Вейдерс. Это пишется одним словом, кстати. Погнали. Обломали крылья. В такие моменты нужно быть очень сильным. Не прячь от меня секреты, я знаю все ответы. Лови меня. Сгорают на ложке в объятиях синего пламени. Тебе не хватает воли, я чувствую, что ты болен. Лови меня. Лови. Знаю все ответы. Лови меня. Лови меня. Тебе не хватает воли, я чувствую, что ты болен. Лови меня.
песня одинокого мужчины. «Лови меня, корми меня». Ну, совершенно логично. Кстати, часто сталкивался с тем, что молодой человек до того, как женился, скажем, весь такой стройный и изящный, через 2 года смотришь на него после свадьбы, думаешь, господи, поймала и кормит. Каждый день причем. Кормит каждый день. Сама пьет масло, его кормит. Давайте-ка, ребятки, мы с вами о коллективе самом по себе. И если говорить об этом коллективе, кто его отец, мать... Кто его фронт-вумен-мен? Вот у вас 2 вокалиста. Я понимаю, что и, в общем, гитарист коллектива тоже приложил некое участие к тому, чтобы... Давайте, колитесь, сидите. Чего я только Люсю мучаю-то? Понятно, что она сегодня именинница, но тем не менее. Идейный вдохновитель, чья пожалуйста. Чья идея? А ты идейный вдохновитель все-таки. А мы просто с Люсей очень давно вместе играем, вместе в разных проектах, там, ну... 4 года уже точно. Угу. Более того, наш девиз, вот можно я скажу наш девиз? Да. Наш девиз: о любви немало песен продано, хочешь, я тебе продам еще одну. Это даже не смешно. Нет, мы просто... Грустно как-то. В таком количестве... Нет, понятно, что любая песня должна искренне писаться, а что уже потом с ней делается? Угу. Просто в таком количестве разных музык переучаствовали с Дмитрием вот в 4 руки... что уже даже вот такие шутки мрачные нам смешны. Угу. Так, окей, хорошо. Кто бросил карты на стол и сказал, вот есть идея, надо вот такую вот группу создать? Люся играла с нами в другом нашем проекте, как приглашенный музыкант, как вокалист. Нормально, она везде играет, да. А что был за другой проект, в котором Люся еще принимала участие? Будем рекламировать, да? Конечно, почему? Plastic Sonic называется группа. Так. И 2 года назад Люся записала с нами кучу песен. В результате мы начали сочинять их вместе, новый материал, и поняли, что надо под этот другой проект. А, то есть не подходит? Нет, не то, что подходит, но нам не подходит. Но нам понравилось работать уже над другой концепцией. То есть там уже... Это и не Dirty 2, и не Plastic Sonic, но это что-то другое получилось. Darth Vader's. Да. То есть в итоге получился Darth Vader's. То есть, по сути, вот как я теперь понимаю, в данном проекте ты в некотором смысле ведомый человек. То есть тебя привели, сказали, Люся, давай делать. Нет, не так. Разбирайтесь. 80% текстов это Люся. Ну, текстов. Нет, все спрашивают, какой у нас вот строй в нашем дартвейдерском государстве на темной стороне. Я говорю, анархия вот прям тот самый случай. Поэтому ты сегодня в тельнике пришла. Да, балдится. Анархистка, да. Понял. А Сережа это называет демократичный матриархат. Демократичный матриархат? Да. Послушайте, это очень хороший термин, удивительный, я никогда такой... Нет, клево. Это надо прилепить к тебе, действительно, реально. Люся Махова-демократичный матриархат. И все поймут, все будет логично. Так, в итоге, ты говоришь, что 80%... А 20% остальных текстов чьи? Ну, у нас вообще все пишут. Кто-то вкладывается в музыку больше, кто-то больше тексты пишет. Ну, все задействованы в творческом процессе в этом. Поэтому и вот ребята пишут, Сережа пишет припевы. О, как у вас все интересно. То есть запев один, а припев другой пишет? Может и так быть, да. О, как. Вот это первый раз. Обычно как бывает? Либо один человек пишет и текст, и потом некую музыкальную рыбу, которую музыканты превращают уже в песню, либо один пишет текст, другую музыку, а так, чтобы один писал припев, другой запев, это я не часто с этим сталкиваюсь. Почему так? А почему у тебя припевы не получаются? Иногда и не получаются. Когда не получаются, я говорю, алло, Сергей Гамкрилидзе. Как же вот так вот? Так, и Серега, иди сюда. Раз уж о тебе заговорили, как об авторе, иди сюда. Будем тоже знакомиться ближе. Ты, как я понимаю, пишешь, как Люся сказала, она, может, соврала, конечно, хотя человек это не врет в принципе, что ты пишешь в коллективе только припевы. Ну, не только. Нет. Не только. Да, изредка припевы. Так, а чего еще пишешь? Тексты. Какие песни? Ну... Вот сегодня прозвучало несколько песен. Какой из них твой текст? А, собственно, последняя песня, которую сейчас играли. Вот это был текст твой. Да. Ну, правильно, мужская песня. Я же говорю, что «Лови, корми», естественно. Могло бы прийти бы Люсе такое в голову. «Лови, корми». Ей бы, наоборот, как дерево постоять. А тут, да, «Лови, корми». Скажи мне, ну, то, что она человек уникальный... Так, секундочку, ей микрофон отключить надо, чтобы она сейчас не влезла. Она человек уникальный, это понятно. Она человек любимый огромным количеством людей. Это я точно знаю, потому что сам вхожу в этот круг любящих этого замечательного человека людей. Не сложно вот с таким монстром, она же монстр по сути своей, да, вот если иметь в виду величины. Я сейчас говорю о величинах, об уровне интеллекта, прежде всего, об уровне IQ, там, да, об уровне таланта. Это величина. Хоть она и вот такая скромная, маленькая, как деревце, стоит в уголочке, да, в катке в такой, домашнее дерево, да. Но при этом она огромная. Как удается с ней
сожительствовать, сотворчествовать, соработать. Вот это я, да. Ну, работать, короче. Да у нас, в принципе, все легко проходит. Но при этом, на репетициях. При этом термин-то ты сам придумал насчет матриархата. Угу. Можно считать, что я пошутил. Нет уж. Давайте так считать. Шутка прошла. И шутка понятна. Это было в каком-то интервью, по-моему. Там ты на нее злился немножко. Да. Надо было что-то написать. Интересное. Собственно, и написал. Ну, легко с ней? Да вообще легко, на самом деле. У нас как-то все очень быстро складывается. Все быстро пишется. И как бы очень дружный коллектив. И все у нас... На позитиве всегда. Ну, проходит. Это хорошо. Подожди, еще вы лет 10 вместе побудете, потом посмотрим. Она еще пока тебя к маслу не приучила. Сначала масло будет, а потом уже. Вот. Всех остальных. Я так и думал. Сначала будет приучать всех к маслу. А потом лет через 10 придем, все в дерево тут встанем. 10 лет тут. Десятилетний. Замечательно. Чудо. А я еще раз хочу напомнить аудитории своего радио, что группа, ну, совсем молоденькая получается. В 2013 году несколько песен, я так понимаю, было записано. Потом забросили этот проект, а в 2015, а вот он 2015, вернулись. Получается, что еще вот какое-то время спустя, года через три, вы будете точно говорить, что мы в 2015 году появились. Точно, потому что будет так. Ну, в 2013 было начали, потом что-то отложили. Вот будем считать, что группа появилась на свет именно в этом году. Это вообще уникальный случай. Группе и года нету, а уже, вон, смотрите, уже в программе живые. Это все потому, что масло. Я знаю. Ты когда руками машешь, не скрипишь, правда? Пока нет. Хорошее дерево, смазанное хорошо со всех сторон. Это очень правильная и позитивная история. Давайте, братцы, дальше петь. Чего это будет? Это будет песня, она называется «Бродский смотрит Бэтмена», и она нравится Бранимиру, насколько я знаю. Бродский, подожди, да я переварю. Подожди, ладно, ты пока готовься, а я буду переваривать. Бродский смотрит Бэтмена. Так называется следующая песня от группы Darth Vader's. Любопытненько. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Без ошибок, свобода в родственном цепи сорвана. Камон, без заботы роботом, суд на рамсе. Да в рамках этой политпрограммы придется драться. Читай в онлайн, как же жив, дай. За собой бомба подходит таймер. Читай в онлайн, как же жив, дай. За собой бомба подходит таймер. В онлайн, как же жив, дай. За собой бомба подходит таймер. Читай в онлайн, как же жив. Предсказание закат империи в пожаре ядерном без попутал. Без права выпить противоядие. Готэм Сити, Москва, чуть лучше антиутопии. Сам стал слабым, будто один в своей фобии. Читай в онлайне, держи в тайне. Лучше с тобой бомба, подходит таймер. Читай в онлайне, держи в тайне. Лучше с тобой бомба, подходит таймер. В онлайне, держи в тайне. Лучше с тобой бомба, подходит таймер. Читай в онлайне, держи. Не выходи из комнаты, забаррикадируйся. От Хроноса, Космоса, Эроса, Рас и Вируса. Я закрываюсь, чтоб вырваться, я почти в Удине. Останься со мной из комнаты, не выходи. Читай в онлайне, держи в тайне. Лучше с тобой бомбы, подходят тайны. Читай в онлайне, держи в тайне. Лучше с тобой бомбы, подходят тайны. В онлайне, держи в тайне. Лучше с тобой бомбы, подходят тайны. Читай в онлайне, держи. Читай в онлайне, держи в тайне. А хорошо же, хорошо так сидим-то. Еще раз с днем рождения. Напоминаю, Люсе сегодня день рождения. Я надеюсь, что и аудитория присоединится к поздравлению. Хотя уже много было всяких разных сообщений еще до эфира. Поздравляли и кричали тут ура-ура, с днем рождения. А кто-то задал вопрос, Евгений Смелов. Это, по-моему, первое было сообщение под анонсом. Кстати, я ж не сообщил, как с нами связываться. Вот я тупица-то. Пишет, что это они название-то сменили? Ну, тебя увидели, все, название сменили. Значит, друзья мои, я совершенно забыл вам сообщить, если вдруг вы этого не знаете, не в курсе, как с нами связываться-то. СМС-портал 4647, короткий номер 4647. Сначала пишите «свои», причем по-любому, кириллицы или латиницы, не имеет значения. Затем делаете пробельчик,
пропал, нет. А потом пишите все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. Ну, все, что хотите. Группа, официальное сообщество своего радио ВКонтакте. Там все просто, понятно. Анонс давно уже, еще за час, по-моему, даже за два до эфира. Там и фотография, там и в тексте самого анонса синеньким выделено название коллектива группы. А что так мало народу у вас? Группа, да. Это, ребятки, давайте-ка вступайте в ряды сообщества официально. Да. Надо как-то наполнять эту историю. Совсем, совсем. Так мамы ее только завели. Ну, кто-то, кого? А уже набежала. Ну, главное, это вот завели. Ту историю, где народу мало. Ты не можешь не заводить. Ты не заводить не можешь. Твоя музыка любых людей, мне кажется, может разбудить. Так вот, группа Darth Vader выделена синим. Соответственно, кликая на эту ссылочку, вы оказываетесь в сообществе коллектива, вступая в ряды которого... Будете относиться к музыке, к этой уже как своей практически. Чат работает для вас на сайте своего радио, своеорадио.фм. Там написано, как я всегда говорю, слово из трех букв, но не думайте ни о чем другом. Чат. Там же есть плеер сверху, длинненький такой. В нем слева онлайн-аудио, это просто чтобы слушать эфир. А справа онлайн-видео с синим кружочком, это как раз картинка. Картинка у нас теперь к нам вернулась, поэтому, кликая на онлайн-видео, вы можете видеть все, что происходит в этой студии. Спасибо планете Ru. Есть такой замечательный краудфандинговый портал, платформа, откуда, собственно, которая нам предоставляет, вернее, картинку. Там тоже есть чат, и в этом чате также можно что-либо писать. Все, сообщил. Забыл об этом сказать в самом начале. Ты скажи мне, пожалуйста, очень важный вопрос. Я готовился к тому, чтобы тебе его задать. Я волнуюсь. Ну, вопрос... Я уже тоже. Вопрос серьезный, важный для меня, жизненно важный. Ты форшмак-то научилась делать, нет? Нет. А я так рассчитывал. А когда? Я думаю... Как когда? Секундочку. У тебя есть час свободного времени после стояния деревом. Ты либо можешь книжку, как ты говоришь, почитать, либо конфетки там подавить. Так получилось бы форшмак готовить. Это очень вкусно, кстати. Ты же обещала. Ты грозилась. Для начала я не смогла адаптировать форшмак под диетическую кухню. Я изучила в интернете рецепты, изучила этот вопрос. И думала, как бы это сделать так, вот, чтобы вот... Чтобы еще и полезно, потому что очень вкусно. Так. Не получилось. И как-то пока никак, я бьюсь над заменителями. Над заменителем чего, прости? Селедки? Картошки. А зачем форшмак картошки? Совершенно не обязательно. А я тоже не знала, оказывается, надо. Совершенно не обязательно. Селедка – это главный компонент форшмака. Как да. Ударение ставить-то? Форшмака? Форшмака? Ну, короче, вот этого блюда. В общем, форшмак – это селедка на самом деле, все остальное. А там еще куча ингредиентов указано, все так сложно. Откажись. Хорошо. От кучи ингредиентов. Хорошо. Откажись, никто же знать не будет, все равно это месиво. На хлебушек помазал, откуда кто знает, кто там внутри. Главное, чтобы селедка была. Ты грозилась научиться, нет, я надеялся. Я научусь. Вот. Всему просто ты уже говорила. Свое время. Ты уже говорила. Я 1 ноября говорила. 4647 – это короткий номер для ваших смс-ок. Ну, Людмилу не узнать невозможно. В скольких коллективах она принимает участие? Спрашивает кто-то без подписи и желает хорошего эфира. Это на смс-портале, кстати, сообщение. Спасибо. Ты считала вот подписи? Реально? Я так боюсь начать считать. Это все равно, что какой-нибудь такой гусар в ментике видный, и он будет вот, ну, баб своих считать. Ерунда получится. Сейчас пауза возникла. Знаешь как, вот в каком смысле ерунда? Погордиться собой всегда есть повод, между прочим. Почему нет? Ну, не знаю, я гуманитарий. Я могу считать там 4 четверти, 6 восьмых, 3 четверти, а вот сколько групп, это трудно уже. Ну, хорошо, ну хотя бы те, что на плаву, вот то, что сразу в память приходит. А, во-первых, самое это главное. Да. Передаю привет группе «Дайте два» лично Михаилу Соловьеву, у него сегодня день рождения. Наконец-то. Наконец-то в один день с кем-то родилась. Да, хоть и с Петром ты... Сергеевичем Самойловым из Алисы. Так, значит, Дарт Вейдерс, днем рождения. И Петра Сергеевича тоже поздравляю. Дарт Вейдерс, «Дайте два». Дальше, где ты? Ты играешь с ДМЦ. Да. Ты с Кинчевым? Периодически бэк-вокальное сотрудничество с Кинчевым происходит. Так, это уже 4 я насчитал. Дальше. Это как это? Мне считать, что пальцы я загибай. В группе Алиса все постоянный считай. Игрец? Неважно, ты там играешь. Все. Ой-ой-ой. Ну и в пиджи тогда еще. И в пиджи тогда, так. Сейчас за тебя народ начнут считать. Я тебе серьезно говорю. Давай. Сама, пока совесть есть, пока время есть. Луна, 25-17, седьмая раса. Вы все слышите сами. Давай. Страшно. Дальше.
Угу, уже 10. Так. 10 еще, да. А я не знаю, просто в каких-то-то я теневой сотрудник там. Черт его знает, кому записала один раз дуэт. Точнее, не черт его знает, кому, я кому попало-то не пишу дуэты один раз. Но это такие бывают разовые сотрудничества. Считать ли разовые сотрудничества? Не, не, тут это, вот это все как надо. Личной жизни. Это не надо, да, это не надо. Те, где ты периодически появляешься. Ну, уже тогда, десяточка тогда уже. Да, десяточка. Где-то, десяточка. Да. Вот смотрите, что я выяснил для себя с самого начала. Просыпается она не то чтобы рано. И спит она все-таки старательно 8, ну 6 часов. Потом обязательно час стоит... Нет, 3 минуты. 3, извини, 3 минуты стоит деревом. Потом она завтракает, причем, как я понимаю, плотно. Потом она час имеет свободного времени. И при этом после... А по выходным еще ездит в большой магазин закупаться товарами, продуктами, я имею в виду в данном случае. И при этом она еще умудряется играть периодически и в постоянном, и в периодическом режиме в 10 коллективах сразу, 2 из которых свои. Мне пока немыслимо, вот я пока не могу этого переварить, правда, оно так звучит в ее исполнении, как будто бы, ну, такая мелочь, такая ерунда, так, знаете, шла мимо походя, нос мальчика утерла, сыночку там, да, этот самый бантик на дочке поправила и пошла дальше. А кто, простите, сына мыл перед сном, а кто дочку, простите, по жопе хлопал за то, что поздно пришла и красилась в 5 лет вместо того, чтобы заниматься делами, кто? Посторонние люди, что ли? То ли ты живешь какой-то совершенно другой жизнью, в которой нет места унынию, что ли, в которой нет места трудностям, то ли ты робот, правда? Я сама еще пока не определилась. Вот я пытаюсь. Хотя бы в твой день рождения попытаться в себе разобраться как-то. Давайте дальше петь. Чего это будет? Что? Александр, ваш выход. То есть что-то это медляк. Так... Медляк. Ну, опять, а песня... Опять медляк, песня-то опять мужской. Как называется песня? А как она называется? Я просто испугался, когда они все на меня посмотрели. Так. Я подумал, что это обращение куда-то дальше за стенку идет. Это твоя песня? Нет, это наша песня. А почему Александр выход? А я просто решил там спеть. Ну, нет, не то, что я решил. А, у вас так? Все остальные отказались просто. Хоть и матриархат, но все равно ты решил, ты поешь? Я, нет, публика решила, что я... Не публика, точнее. Сотоварищи и коллеги, они как бы решили, что... Они не хотят ее петь, поэтому я спою ее сам. Окей. Если получится. Куда денешь, конечно, получится. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Дарт Вейдерс. Погнали. Кричу в никуда слова, где ответов нету. Впереди только осень и серое небо, наверное. Мне останется только мечтать. Проснуться с тобой под одним одеялом. Испытать эти чувства на прочность туманным рассветом. Белых ночей бесконечных каналов. Я остался бы в нем навсегда, если мне хватит места. Надежды. В зоопарке ночами я часто брожу без одежды. Впереди только осень и серое небо, наверное. Мне достанется только мечтать. Проснуться с тобой под одним всегда, если мне хватит места.
мне хватит места. Я тебе хочу сказать, я понимаю, почему все отказались петь эту песню. Особенно то место, где по зоопарку голым бегаю периодически. А, есть, знаете что? Кстати, надо сказать спасибо за звук Михаилу Шкаренкову, звукорежиссеру программы «Живые». За тот звук, который слышите вы, уважаемые, в своих радиоточках. Радио... Кто это громче всех хлопал сейчас? Кто? Покажите мне этого человека. Ты? Еще раз. Красивый это звук. Нет, другой был звук, другой. Все, я понял, да. Больше всего Сергею нравится барабанщику то, что звучит, я так понимаю. Дольше всех аплодировал. Есть какая-то легкая болезненность в песнях? Вот в этом, судя по всему, фишка коллектива. Ну, я не пытаюсь его искать, не пытаюсь раскрывать, так сказать, суть какую-то. Вы сами ее концепцию для себя придумали. Есть какая-то болевая точка, которая все время ссаднит. То голым по зоопарку, то лови, корми. Ну, в общем, какая-то есть такая сермяга, правда, жизни. Судя по всему, в этом основа. Да, вот коллектива, который называется «Dead Wavers». Песен. Основа творчества. А в чем основа нашего творчества? Темная сторона силы. Темная сторона силы, совершенно верно. Да нет, на самом деле просто эти две песни, они как бы написаны темная сторона, не Люси, стороны. Поэтому они выбиваются из... Они именно в плане текстов. Они не выбиваются, они подчеркивают. Что ты? Где же они выбивают? Они как раз подчеркивают всю ту прелесть, которая есть в том, что вы делаете, на самом деле. Это клево, правда. Вот лично мне нравится. Я сижу, прусь. Пил бы масло, пил бы с тобой, реально. Так, и чокались бы. Но не могу я себе... Но это Юлия Краус пишет вот, что, дорогая Люся, мне, конечно, очень приятно, что мой рисунок красуется у тебя на стенке ВКонтакте. Но скажи, пожалуйста, что ты о нем думаешь? Понравился хотя бы? Еще раз с днем рождения. Я еще не успел посмотреть, что за рисунок-то. А там я с ножом. А, и текст песни «Лови меня, корми меня». Спасибо большое, Юлия, за рисунок. Мне очень понравилось. Очень все круто. Автор рисует еще. Юлия Краус, да. А я вот хочу посмотреть. Теперь надо прям зайти. Любопытно стало. Это где у тебя? По-моему, у меня на странице. Пока будете петь, я посмотрю. Мне прям стало интересно. Ну, в принципе, представить тебя с ножом можно, теоретически. Но на практике, как мне кажется, ты человек вообще беззлобный и безотказный. Вот как ты борешься с этим? Ну, я понимаю, что можно, конечно, в какой-то момент сказать «нет». Умеешь ты говорить «нет»? Увы, да. Что значит «увы, да»? Увы, да, умею или увы, да, нет? Ну, хочется просто всех просьбы как-то выполнить, всем всегда все сделать, желательно не бесплатно, еще желательно денег дать и за выступление денег не брать, и все хорошо, и всех облагодетельствовать. Ну, жить-то как-то надо. Понимаю. И выживать. И поэтому, соответственно, если, например... Запиши в мою плохую песню фит, пожалуйста. А еще музыку нам придумай с нуля бесплатно, а мы все такие нет. Угу. Все-таки умеешь. Но опять же. С трудом. Мне каждый раз очень трудно. Трудно, да. Я понимаю, что. И это вот моя болевая точка, да. Твоя болевая. Ой, как я тебя понимаю. Это и моя болевая точка. Но приходится, иногда приходится. А чем дальше, тем чаще приходится отказывать в разных просьбах, потому как понимаешь прекрасно, что на все тебя не хватает. Но тебе вот еще раз подчеркну. Люси хватает аж на 10 коллективов, в которых она работает в той или иной степени занятости. Два, это вот один из которых сегодня здесь. Ну, давай не будем вспоминать других. Вот Дарт Вейдер здесь сегодня. Мы представляем этот коллектив. Она поет, сочиняет тексты. Во многих других она играет на скрипке. Классная какая скрипка. Это правда. Роскошная совершенно скрипка у Маховой. Это отдельная тема для разговора. А тут, кстати, скрипку не используешь вообще, да? В этом коллективе? Пока нет, никто не застрахован. Но все-таки, могут быть такие вариации. Пластик Соники использовала. Ага, а тут пока обходится без скрипки. Вот, мне скинули картинку. Ну, я бы сказал, глядя на эту картинку, что это учительница поселковой школы, которая выходит после экзаменов, которые сдавали ей ее ученики, я бы сказал, в таком немножко напряженном настроении. Да. И это она выходит из кабинета, пока еще в задумчивости. Но уже с ножом. Ну, уже, причем нож-то, я тебе скажу, такой тесачок. А учительница домоводства.
Вот судя по очкам, да. Судя по очкам, действительно, учительница... А, то есть с девчонками, в общем, вошкаешься. Ага, то есть ты так не очень девочек, значит. Почему? А, я всех люблю. А почему же тогда учитель... А может, я у мужиков домоводство взяла? Мальчики вышивают. Хотя да. Нет, почему? Мальчики забивают, косят. Это да. Вот в этом смысле домоводство. Тогда да, тогда согласен. 4647, короткий номер для смс. Ваших свои пробельчик, а дальше уже можете делиться вашими соображениями. Может быть, это и вопрос, какие-то будут эмоции. Значит, доброго вечера. Все свои. Я почти не опоздала. Ну да, конечно, 50 минут прошло уже. Как приятно слушать Махова опять в эфире. Да, нам всем это приятно. У Люси свой особенный стиль в одежде. А где она покупает вещи? В обычных магазинах, у дизайнеров или сама шьет? Таня Шишкова спрашивает. Это даже скорее не у меня стиль в одежде. Я знаю, за кем донашивать. Это ответ? Да. Ага, ладно, хорошо. То есть углубляться не будем в тему. Не, ну просто я знаю, за кем донашивать. Просто знаю, за кем донашивать. Может быть, я тоже знал бы, за кем хотел бы донашивать. Но что-то как-то, знаешь, как в том анекдоте, да, поручик Ржевский недолюбливал женщин, просто не успевал. Да, так вот и здесь. Я, может быть, и знал бы я, за кем бы хотел донашивать. Только ж мне надо быть знакомым тогда с этими людьми. Ты, получается, донашиваешь за кем? Иногда за мамой. Ах, вот как у вас все. Иногда за папой. Так вот, а вот оно как у вас все. То есть, у вас в семье все деревья, ну, в смысле, все изящные, все пьют масло. У всех один размер, как я понимаю. Инкубаторские, и мы все роботы, да. Так вот оно откуда. У нас на заводе все одинаковые. Вот оно откуда. Я же не знал, просто не был знаком, даже внешне не был знаком с твоими родителями. Теперь понимаю, как они примерно как ты, да, по фактуре. Практически. По фактуре, я так понимаю. То есть, если на тебе тельник, то это папин. Это скорее мамин. У тебя мама морячка, что ли? Я же говорю тельник, я же говорю вот эта штука. А это сухопутный тельник, это особый вид. Это подвид балтийский сухопутный тельник. Береговой. Привет свои, огромный привет от группы Кошки Джемма. 4 декабря ждем вас в Питере. Очаровательную Люсю поздравьте от меня с днем рождения, пишет Дмитрий Павленко. Скажи, пожалуйста, концерты когда у вас? Ну, в данном случае мы говорим о группе Дарт Вейдерс. В данном случае 4 декабря. Вот это вот как раз об этом концерте, да, идет речь. В Петербурге. В Питере, да? А вы вместе с кошками, я так понимаю? Да. А что это будет за концерт, в честь чего? У кошек вышел «Несокрушимый» альбом. Вышел давно, презентация была здесь, на своем. А мы просто написали столько песен, чтобы тут сейчас здесь с вами сидеть. Так, подожди, вы написали столько песен к эфиру, ты хочешь сказать? К эфиру мы специально только две написали. Специально? Специально. Да. Мы поняли, что у нас их 10, а надо 12. И за сколько же времени вы написали еще две? За день. Я не могу произнести вслух, что сейчас рвется из меня. Спасибо. Слушайте, а вы еще не пели ни одной из них пока? Нет, пока. Ну ты тогда предупреди, чтобы мы понимали, что это... А вот следующая как раз по списку. Вот моя интуиция все-таки никогда меня не подводит. Почему я все время выхожу на тему тогда, когда надо? Вот следующая и будет одной из тех двух, которые вы дописывали специально, чтобы попасть в, так сказать, хронометраж. Я смотрю, сейчас у музыкантов такой скептическая улыбочка появилась. Типа, смоем, не смоем, в этом смысле. Вспомним, не вспомним, скорее. Все ли забудем, давай так. Подожди, пока не поем, потому что мы ею, скорее всего, час закроем. Наша шестая по счету получается, да? Да. Потом уйдем на паузу, после чего вернемся в эфир снова. Это я сообщаю тем, кто, может быть, не очень в курсе распорядка программы «Живые». Так, тут были еще пара вопросов интересных. Я их для себя где-то пометил. Вот, например, это не вопрос в некотором смысле, а слова замечательные сказанные. Денис Абрамов пишет: «Сводный хор имени Людмилы Маховой крепко обнимает и сердечно поздравляет своего худрука с днем рождения. Будь здоров, живи богато, жги да гуляй, вдохновляй, радуй всех нас, как и всегда». Спасибо сводному хору мужиков. Имени Людмилы Маховой называется. А что это за хор, ну-ка? Это есть такие два человека, Денис и Александр Абрамов, из Иваново. Угу. Там на самом деле их больше, но вот таких застрельщика у них два. Так. Они очень хорошо знают тексты песен, что я очень ценю. Но в данном случае какого коллектива тексты песен? Они туда и туда успевают, они, ага, тоже имеют отношение к робототехнике, как то и есть я. То тоже пьют масло, я понял, да? Так. Да. Угу. И они знают, по-моему, вообще все тексты в тех... Во всех коллективах, где я к написанию текстов... А, и на концертах текстов, они постоянно подпевают, да, вот о чем речь. Да, тот поэтому самый сводный хор. Они тут красиво недавно выступили на акустике, они положили телефон на стол, чтобы записать концерт, и сами там поют, красавцы, и они даже в ноты попадали, я слышала запись, мне очень нравится, как поет сводный хор имени меня. То есть это хорошие, достойные ученики.
Ты гордишься ими. Это продолжатели уже готовые. Послушай, а ты сказала, вот я все-таки, да, знаешь, у меня бывает мысль так раз, и что-то неожиданно вспоминаешь. Ты сказала, преподаю ученикам. В самом начале эфира. Преподаю. Чего преподаешь-то? Скрипку? Не. А чего? Вокал. Вокал. Я просто думал, что ты сейчас скажешь математику, например, или химию с физикой. Ты же можешь. Я пробовала английский людям преподавать. Я не могу. Почему? Неинтересно. Неинтересно что? Мне. А почему неинтересно? Когда человек вдруг на твоих глазах образовывается. Когда музыка, тогда интересно. Я просто музыку больше люблю, чем гуманитарные науки, не связанные с интонированием никак. Ага. И английский очень сложно преподавать вообще кому-либо, потому что это прежде всего ответственность самого ученика. То есть нельзя так сказать, он научил меня английскому. Не, я сел и выучил, и был хороший педагог. Но прежде всего я сел и выучил. С музыкой то же самое, но там яснее. Там можно сказать, сделай дома вот столько-то раз вот такой-то вот пассаж, спой, все у тебя будет хорошо. А желательно еще и метроном и минус человеку какой-то записать, чтобы он под него упражнялся. С английским языком так не выйдет. Ну, под метроном с английским вряд ли получится, это я точно понимаю, да. А с минусом, думаю, не выйдет. Согласен с тобой, все, логика твоя мне понятна. Если уж мы заговорили о твоем хоре имени, имени тебя и о том, что ты преподаешь, теперь понятно, что ты еще более... Вот, знаешь, когда говоришь о Маховой, получается, говоришь обо всем мире сразу. Да? Поет в двух коллективах, играет еще в восьми. Знаю, что родители твои люди высочайшего интеллекта и уровня развития дали тебе потрясающее образование. С ней можно говорить на любые темы, даже о высшей математике, о химии, о физике, об этих самых, о вулканах, она все знает про это, точно знаю. И многие-многие другие преподают вокал, а могла бы английский, выбирает, понимаешь, что преподавать в данном случае. Пой давай. Вот а вот будет... про физику, песня про физику, ну, про торсионные поля. Ты смотри. То есть это одна из тех песен, которые как раз дописывали. Да. Ну, этой песни мы час закроем, после чего уйдем на паузу, а потом вернемся в студию снова, еще целый час у нас будет впереди. Погнали. Торсионные поля, честно говоря, в моей голове тараканы бегут с корабля. Слепой не видит грязи, а немой не скажет фигни. Я знаю будущее и хочу его изменить. Это не глюки, не прозрение, не что-то еще. Это работа клеток мозга и тонкий расчет. Наша слабость в наших фобиях и страшных снах. Чума 21 века, страх. Я прикажу себе дышать глубже, уговорю себя не бояться. Страх здесь никому не нужен. Время меняться, время смеяться. А я еще нет. Иду по следу огней, заметных лишь нет. Глубокий вдох, я обуздываю страх и гнев. Навожу в себе порядок, еще в себе нет. Жить не страшно, если думать головой. Не ошибался тот, кто не делал ничего. Все будет хорошо, мы не в фильме ужасов. А тем, кто сейчас боится, шлю лучи мужества. Я прикажу себе дышать глубже, уговорю себя не бояться. Страх здесь никому не нужен. Время. We'll be right back.
Двинемся дальше. Напомню, сегодня в программе «Живые» группа Darth Vader's, Люся Махова и ее коллеги. Коллеги, которые сегодня, на мой взгляд, потихонечку влюбляют в себя аудиторию, делают это вежливо, я бы сказал так, как тут лось, изящно, но с уверенностью. Пауза была долгой, поэтому надо бы начать с песни. Скажи, пожалуйста, что это будет за песня? А это будет другая песня, написанная в тот же день. Такое это вот название. Та самая история, когда мне хочется вот сейчас, знаешь, как снять галстук и в ноги поклониться людям. Ну просто, ну как так? Не хватало песен для того, чтобы 12 было, да? У нас обычно 12 песен поется. Вот они за один день написали две песни, которые, собственно говоря, добили их программу, довели до нужного нам статуса 12 песен. Спасибо большое. Как называется она? Называется «Денпасар» в честь аэропорта на острове Бали. Ага. И это медляк, и, наконец-то, медляк от меня. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Совершенно очаровательное наблюдение сейчас. Пока Люся поет, Серега там что-то пытается подпевать. Ну, песня свеженькая, только-только написанная, видать, еще как-то не решено, да, будет ли там бэк или нет. Да, мы еще не придумали пока. Ну, так умилительно он вокруг микрофона похаживает, как кот, и так подпевает сам собой. Я просто тренируюсь. Я понимаю. Дарт Вейдер здесь сегодня. Вот сообщение от Валерия Лохмачева. Я уж не знаю, возможно, кто-то из знакомых, потому что он пишет вопрос такой. Сначала передаю привет Сергею. Какому из... Привет, Валерий, это мне. А, все-таки, да, тебе. И хочу спросить у ребят, где они будут выступать в ближайшее время. Так, держать, зажигайте. Ну, мы говорили уже о концерте 4 декабря. Санкт-Петербург. В Питере. А где конкретно? Клуб «Улитка на склоне». Вот, да, не сказали об этом. А еще? А еще у нас есть концертный директор Иван. Угу. И я думаю, Иван лучше знает. Вот есть ли чем поделиться или нет, трудно сейчас сказать, потому что мы готовимся на самом-то деле в студию засесть. Писать альбом. Люсь. Или что, Дим? 19-го будет что-то. Ну, так и 19-го, то потом. Там уже. Дим, к микрофону. Там и «Дайте два», и «Дарт Вейдерс», и все на свете. 19 декабря, Бармалевич. Бармалевич.
и куча эксклюзивов там будет, вообще ужасная штука, и презентация книжки текстов моей, и ой-ой-ой, там страшно, там все книжка будет. Книжка текстов к песням. Песен. То есть это для не стихи, разных, да, коллективов. Так называется презентация. А, вот так даже. Давай, да. Ты что-то не, я слушаю. О, нет, ты, к микрофону. Ты подошел к микрофону, я подумал, может быть, ты чего-то хочешь чем-то поделиться. Это будет 19 декабря. Это 19 Где? Декабря. Там Дарт Вейдерс будут частично представлены. Москва, Бар Малевич. Акустика. Акустика даже? Вон оно как. Ну, то есть, я так смотрю, планов море. Планов море. А альбомчик когда будет садиться? Ты говоришь, в студию садиться. Для чего? Ну, сначала сингл. Мы записываем уже одну песню, которую куча народа от нас ее просто требует. Какая? Ну, она будет сегодня сыграна, будет? Да. Окей, мы ее послушаем, чтобы понять, насколько справедливо народ ее требует. Только ты тогда скажи, что вот это та самая песня, которую народ требует, я и которую... предупрежу, будет... сейчас я напоминалку нарисую. В телефоне, да, я понял. Не, на бумаге. Я аналоговый человек. Тут, смотрите, какая штука. Народ стал сейчас вспоминать о тех регионах, где он живет, и погоду скидывать. Вот я, честно говоря, посмотрел на скриншот, который пришел от Александры Аламовой, живет она в Кургане. И она пишет, несколько слов буквально написала, сейчас, секундочку, она, сейчас закрою. «Наша погода на вчера, сегодня, завтра», пишет она. И я, значит, смотрю. Облачно, ясно, 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 малооблачно. Потом вдруг мой взгляд переходит на графу температуры. Минус 22, минус 24, минус 26, минус 27. А, ясно. Малооблачно. Но при этом малооблачно, что успокаивает, конечно, безусловно. Но, а вот тут минус 32 ночью, как я понимаю. Это нам говорят, что у нас как-то тут в Москве сыро, да, промозгло. Как-то пусть лучше не мокро. Очень хорошо. Пусть лучше мокро, друзья мои, чем минус 32, скажу честно. И как же вы там, Александр, вот сейчас выживаете-то в этих условиях? Ноябрь только на дворе-то. Еще, в общем-то, и зима не началась толком. Страшно. Вот реально, даже жутко представить, что будет зимой там в их регионе-то. Надо к ним ехать, греть своим теплом. Надо ехать. А дальше какая будет песня? Дальше... Дальше будет третья песня, которую мы написали к сегодняшнему эфиру. Подожди, вы сказали две, ребят. Мы сказали две, но написали это три. Это мы с Дмитрием две, а Сергей с Дмитрием еще одну. Только что выяснилось, что три. Слушайте, ну вы герои втройне тогда. Сегодня удивительный вечер. Мало того, что день рождения у Люси, еще раз тебя с днем рождения, милая. Спасибо, спасибо. Так еще и такие открываются потрясающие вещи. Как называется песня? Песня злая, называется «Белый флаг». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня добрая группа Дарт Вейдерс. Погнали. Yeah.
манипулирует телом. И я готов тебя убить между делом. Поверь, я знаю, что мне нужно быть первым. Я задыхаюсь от неба, друг мой. Прости, теперь, увы, расходятся взгляды. И я налью тебе бокал вина яда в разгаре псевдотриумфального пира. И завладею миром, что кроется за маской супергероя. Я стал другим, и это худший знак. Забери меня с поля боя. Я поднимаю белый флаг, что кроется за маской супергероя. Я стал другим, и это худший знак. Забери меня, останови меня. Я поднимаю белый флаг. Какая мысль пришла сейчас? Вот если бы все так за один день музыканты три песни писали, и каждую из которых слушаешь и понимаешь, что это действительно красиво, здорово, и все партии сыграны и продуманы. Ну, это не за один день уже. Как не за мы один? Просто эту песню долго писали. А, ну, с этой понятно. Ну, хорошо, две предыдущие это были все равно за один за день. За день. Вот, ну, давай так, 2,5 тогда. Ну, чтобы не три, чтобы 2,5. А я вот подумал, знаешь, о чем? Как можно стимулировать таких музыкантов, которые, в общем, любят свое дело, любят свою работу? Вот вы говорите, мы сейчас пишем сингл, да, записали, но у нас есть традиция в программе «Живые». Мы сюда зовем группу повторно, ну, группа приходит сюда не чаще, чем раз в 3 месяца при условии, что есть новый материал. Ну, зачем со старым, тем, который уже был спет, так быстро приходить, время летит быстро, аудитория все помнит, и потом скажет, ну что, опять они, зачем это надо? Вот вы написали сингл, скажем, месяц, какое-то время прошло, и ты говоришь, вот у нас есть песенка новая. Тебе мы отвечаем, ну хорошо, 12 песен, ты же понимаешь. И вы за один день еще остальные 11. Бабах! Все, есть, мы можем, мы готовы. И каждая из песен шедевр. Кстати, момент вот какой. Как наблюдение, может быть, было такое, да? Песня, которая пишется долго и рождается долго, или песня, которая вот буквально в одно мгновение выплескивается, какая из них имеет большую перспективу, что ли? Какая из них становится более популярной? Были такие наблюдения у тебя? Скорее всего, второе. Когда быстро, да? Когда вот так хлоп, все, надо так вас и стимулировать тогда. А мне сказали люди, да, которые собирают стадионы на сольниках, наши до друзья. До сих пор собираются? Ну, группа 25-17. Ну, стадионы, ты имеешь в виду большие площадки, залы. Да. Вот эти прекрасные люди сказали, что, хотя, по-моему, они в состоянии вообще просчитать все, продумать все до мелочей, там, на концерте бледный, было, да, роскошно. Бледный, можно, ну, да. Ну, что говорить. Говорят, что нельзя рассчитать, какая именно, то есть какими должны быть песни, чтобы они полюбились публике, господа знают, а какая из вот этих вот там из обоймы полюбившихся, никто никогда не знает. Это решает аудитория. Это правда. И чаще всего, кстати, чаще всего я тоже это заметил по долгу службы, что музыканты редко сами знают, какая из песен точный хит. Бывает так, что когда приносят пластинку, вот у нас пластинка новая, возьми вот в ротацию, вот на эти песни мы твое внимание обращаем, чтобы ты вот так их выбрал, вот какую-то из них в премьеру. Я сижу, слушаю и понимаю, что те три песни, которые мне они показали, ну, совершенно мне хорошие, да, ну, вот чего-то в них не хиты, вот не убойные. И вдруг какая-то из остальных попадается песня, думаю, вау, вот это точно. Ставлю ее в премьеру,
сообщаю музыкантам, что вот именно эта песня пойдет в премьеру. Они мне пишут: да ладно, да перестань, ну это же несерьезно. Я говорю: подожди, подожди. Какое-то время спустя им начинают писать: братцы, какая песня офигенная. В тот же миг они же мне сообщают: не, ну мы знали, конечно, что это хорошая песня, безусловно, мы верили в нее, но как-то мы не очень, мы немножко сомневались, понимаешь? Музыканты редко знают, потому что когда, вот я убежден, что вы это точно подтвердите мне, когда человек пишет текст, ну или там музыку, песню пишет, он вкладывает нечто из себя, естественно, свою душу туда вливает. Какие-то эмоции, с которыми связана эта песня, они могут быть очень крепкими. И сам исполнитель, сам музыкант, когда поет эту песню, он испытывает те же самые эмоции сильные, которые когда-то его посетили. И ему кажется, что ну вот она, вот же ж правда жизни. А в результате эта песня касается и трогает наиболее сильно его самого, но не такое широкое поле, скажем так, других людей. А как какая-то песня попроще, вроде бы, как тебе кажется, она вдруг попадает в душу так, и «Свитер с оленями», я не знаю, насколько ты к нему относилась серьезно, к этому «Свитеру с оленями». Потому что хитяра из хитяр, народ просто падает в обморок, когда ее слышит, требует постоянно. Сейчас даже вот тут спрашивают: а тут сегодня «Свитера с оленями» не будет? Свитер... Так другая группа, ну да, другой репертуар, какой «Свитер»? Как ты долго, кстати, писал? Ну так, вернемся немножко к творчеству другого коллектива. Ну, «Свитер с оленями» там вообще так вышло, что с одной стороны эмоциональная веселуха, а с другой стороны я попыталась начать экспериментировать с формулой хита, которая до этой песни мне не была интересна, и я ее до сих пор не знаю, ну потому что я когда приеду вот сюда на «Бентли», тогда я могу сказать: о, я знаю формулу хита. Я пока не знаю формулу хита. Не знаешь. Но начала эксперименты в этом. Именно на «Свитере». И такие удачные, я тебе скажу. Но это искренние эксперименты. Не то, что начала. Я сижу там где-то над златом, чахну, такая: а, я сейчас напишу, чтобы они плакали. Нет, нифига, все по-честному. Ты мне напомнила, кстати, историю. Ну, это, скорее всего, анекдот, хотя могла случиться в жизни. Когда встречаются два выпускника консерватории, композиторское отделение закончили оба, очень талантливые, их всегда выделяли из общей массы людей, и они друг друга тоже уважали за свое творчество, за свой талант. Ну, лет так 15 прошло после выпуска, и вот они встречаются на улице, абсолютно случайно, так нос к носу на улице, бах, и столкнулись, Коля, Вася, например, да? Ну, Вася весь из себя там брюлики на пальцах, весь из себя на понтах, дорогущий телефон, все дела, а Коля как-то с авоськой, ну, за молочком вышел. Ну, все же, друзья же. Ой, чувак, давай посидим, поговорим. То все, сели в кафешке, пивка налили, стали общаться. Ну, и тот, который, ну, скажем, вот это весь распальцованный, спрашивает товарища, говорит: ну, ты как? Как ты после выпуска? Что ты? Говорит: ну, у меня много всего произошло. 3 оперы написал, 2 симфонии, вот уже 4-ю ораторию заканчиваю. Сейчас вот меня пригласили с моим произведением, вроде бы как Большой театр берет мое произведение. Вот, вроде бы все в творческом плане хорошо, а ты как? А у него, у того, который на понтах, еще и «Бентли» стоит под этим кафе. А я, говорит, по малым формам. Он говорит: в смысле? Ну, это там, да, ну, он... Я к тебе к формулу хита сейчас привожу. Ты понимаешь, да? А, и когда ты заговорила вдруг о том, какая музыка продается, ну, в общем, наверное, тебе не надо в ту сторону идти, мне кажется. Бог с ним, с «Бентли». Оставайся собой, я тебе умоляю. Опять на метро домой, черт. Может быть, и к сожалению, а может быть, и к счастью. Ну, я в метро такого насмотрюсь, что придет гениальное озарение, и я придумаю, как легально достать. Как метро «Бентли» превратить быстро в «Бентли». Да. Я тебя понял. Давайте дальше петь. Что это будет? Это будет песня как раз про метро и «Бентли», в общем. Как называется? «Клад». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Дарт Вейдерс здесь сегодня. Поехали. Серверы не висли, стирая историю, конспирируя интрижку демиурга с трикстером. Люди-симулякры, адепты больного любопытства. Не обойтись тут предупредительными выстрелами. Как не горько пацифистам, все больше не достойно в черных списках. Второй класс первого фаталиста, старт-кардинар.
как храмовые хорды, обращение с аптокордом. Лихой замес, ведь сам Гермес нас ведет туда, где орды варвара поставили волшебный дар. Весьма далекая пула, не столь далека. Камера, мотор, экшен, за кадром кадр. Роуд-муви, Одиссея, скоростная колесница. Это наяву такое, не можно слиться. Ищу, нарушая планы, кто помнит, как даже ищут платы. Я в Бугаре и на веселье. Я постоянно в состоянии стресса, ведь интересы двигают прогресса. Я кручусь, как белка в колесе. Шепот твердый, решит не отвлекаться, мчим в торговый порт. По следу Александра, Оливье, Эксквимелина. На смеси интереса, никотина и адреналина. Что будет просто, никто не говорил. Нервы не канаты, в бою Венеры и Минервы. Мы по примеру Митридата, шестого и Паттера. И вели толерантность к обоим ядам. Тысячу раз непреклоннее Пенелопы, мы на пути до Авалона. Подобно Одиссею, чары Калипсо рассеяли. Там, где Ланселоту Геневра раскинула честь. Фиск металлоискателя, что-то есть. Тут лопаты, а сундук спецом всякий песен. Это не сон, есть свидетели сейчас и здесь. Мы сорвали банк, хотя играли на инциде. Ищи, нарушая планы, кто понят, когда ты ищут платы. Я в Бугаре и на веселье. Ведь интересы двигают прогресса. Я кручусь, как белка в колесе. Хочется, в общем, с таким прононсом говорить. А вот тут, кстати сказать, Александр Кирьянов пишет интересную вещь. Слушаю песни, слушаю разговоры, все отлично, но вот никак у меня песни группы, а главное их настроение, не вяжутся с названием Darth Vader's. Скорее уж, Leia Organas. Я не знаю, откуда это слово. Хотя, кто его знает, может быть, так будет называться очередной Люсин проект, а может, оно и не должно вообще-то вязаться. И что ты ответишь на этот выпад, я бы сказал, злобный? Я сейчас художественно отвечу. Давай. Браво. Но так или иначе, не может это слово, ну, название не быть связано с тем, о чем мы все понимаем и думаем, Дарт Вейдерс. Тут же глубокий философский аспект. Куда? Микрофон возьми к себе. Да, я говорю, тут глубокий философский аспект, потому что у всех это
проект, кроме еще какого-то проекта. Это не второе место, это не вторая группа, так нельзя mm-hmm. говорить, вторая группа, это другая группа. То есть у всех. Светлая, да, у всех. Mm-hmm. Светлая и темная сторона силы, они вот в нашем случае, они равновеликие, а это наша темная сторона. Мы здесь играем все то, что не играем в своих коллективах, скажем так, поэтому это наша темная сторона. А в чужом коллективе играть можно, я понял, да. А в своих нет. Тогда давайте делитесь, какие коллективы, чего, где, кто играет. Мы с Сережей играем в группе Plastic Sonic. Люся так, с нами. Как и раньше, да. Да. Угу. Так. Саша и Сережа играют, играли, играют в группе Веспа. Угу. Да. Так. Ну, вот так вот, так и собрались. Как-то, в общем, не очень широко ты рекламируешь другие группы. Ладно, ну хорошо, это же свои, а это чужой, его можно. Не, почему? Группа Веспа, группа Монорельсы. Моностерео. Ну, в общем, в любом случае для вас это... Что-то Гончаров упал под барабан, я не очень понял. Что сейчас? А это я вспомнил нашу одну очень любимую группу Морэндрельс. Да, есть группа Моностерео, где, собственно, Сашка играет. Вот, и Дима как-то это совместил. Просто мне показалось это смешно. А, да, ну в этом случае, да. Я, кстати, просто не сообразил. Морэндрельс, да, есть такая группа, кстати, хорошая группа. Очень веселые ребята. А, теперь я понимаю, что не только ты в данном случае, не на одном стуле, да. Вы все роботы, получается. А если говорить о той стилистике, я просто не знаю группу, о которой ты говоришь, Моноспа? Моностерео. Сейчас три группы. Моностерео. Что играет Моностерео? Это лучше ему сказать. Давай, расскажи, пожалуйста, какая стилистика? Но там на самом деле дэнс-поп-гараж. Рына себе. Нет стилистики, определенно нет стилистики. Играем то, что... драйвово и танцевально. Ну вот знаешь, чем дальше, я, кстати, сказать хочу, это такое наблюдение, чем дальше развивается музыка, ну, по крайней мере, в России или там, скажем, в регионах русскомыслящих музыкантов, тем больше идет смешение совершенно невозможного. Вот совершенно, казалось бы, изначально невозможное смешение, такой винегрет из абсолютно разных стилистических направлений. И это круто, и мне это кажется хорошим и правильным знаком. Возможно, в скором времени и Россия выдаст что-нибудь, я имею в виду для мира, определенное, а не будет уже... Ну, сдирать не то слово, копировать, да, те музыкальные веяния и явления, которые к нам приходят с Запада. Вот. Понятное дело, что на ложках и на балалайках мы далеко не выйдем, это безусловно, хоть это и корневое наше. Нет, я приводил... Не, ну а если с дарк-поп-гараж, вот эти все модные слова... Я имел в виду только на ложках и только на балалайках. Надо. Да, фолк-рок, он сам по себе очень разнообразен и очень красив, но в такой обработке все равно получается и свое родное, и плюс чужое западное, да? А вот на своем-то, я как-то рассказывал о коллективе, африканском коллективе, клянусь, поищите где-нибудь, в Ютубе найдете африканский коллектив русских народных инструментов. Это зрелище, ребята. Причем нормально одетые африканцы вот в этих своих балахончиках таких белых, черненькие все, вот просто абсолютные такие, как смола. Балалайки, гармошки, все дела, и поют, как они думают, на русском языке. Ну, по крайней мере, так им кажется. Но это умилительнейшее зрелище, я вам скажу. Очень, очень круто и радостно, что даже вот там, понимаешь, нашлись те, кто... Знают вот, толк. Да, в хорошей музыке, ты понимаешь? Здорово, что мешаете, ну, смешиваете в данном случае. Здорово, что это происходит, и очень ждем того дня, когда кто-то скажет, ну, вот оно, свое такое неожиданное стрельнуло так, что весь мир упал. Это как с Таищем Хилем-то было, да, с его этим, Трололо. Трололо, да. 40 лет песни, и вдруг через 40 лет весь мир сказал... Вот это да, вот это крутяк, вот это хитяра. А что такого, казалось бы, да? Ерунда какая-то. А вот как сильно сработало. Значит, Юлиус пишет. Сначала думала, ну, в Dirty 2 Люся, в Darth Vader's Люся. Будет немного по-другому, но все равно Люся слишком яркая, чтобы сильно разные получились группы. А сейчас понимаю, что здесь не только теща светится. Здесь ее талант – часть общего узора. Участие других музыкантов в творчестве тоже сильно заметно. Это здорово, очень интересно. Пишет Юлиус. Вот это вам такой вот сразу комплимент для всех. Спасибо, Юля. Бах, и на голову вам опустили. Ответственность теперь прибавилась, я понимаю. Еще играть надо, так что держите себя в руках, пожалуйста. Значит, и снова вопрос немного не в тему, пишет Александра Аламова. У Люси свой вокальный микрофон. Зачем? Не, это не микрофон. Почему и чем ее не устроил студийный? Это студийный. Просто...
Вот так вот просто сделала. Люся шапочку на него свою надела, на наш студийный микрофон. Это антигерпес. Вот, нет, она... это антитанцы. Я просто, если я буду танцевать и прилечу туда всем лицом, а мне еще сейчас продолжать потом ехать, будет неловко. Ветрозащиту свою Люся принесла, синенькую шляпку такую повесила на наш студийный микрофон. А, кстати, достаточно часто бывают музыканты приходят, вокалисты со своими микрофонами. И мы их убеждаем, что это бессмысленно, в студийных условиях все равно не будет звучать так, как на концерте. Музыкант в этом убеждается. Не, на радио шутки плохи. Как хорошо, что ты это, Люсенька. Вот любил тебя всегда, а теперь ты все понимаешь, какая же ты умница. Как с тобой легко. Так что это студийный микрофон, а шапочка на микрофоне, то есть презервативчик ветрозащитный, это вот Люся свой принесла. Это же средство гигиены. Заветный. С усиками. Средство гигиены собственное. Это очень правильный подход. Давайте двигаться дальше. Что-то у нас сначала там... у меня просьба. Я писала в одной из соцсетей, где зарегистрировано, что мне понадобится от вас место на телефоне, мне понадобится от вас танцы. Так вот, это не на эту песню, это на следующую песню. На следующую песню. Но за одну я предупрежу, чтобы мало ли вы там пока батарейку подпитаете, пару ненужных видосов удалите. Вы будете снимать, как вы будете танцевать, если вы этого хотите. Но не под эту песню. Сейчас пока все расслабились. То есть ты сначала всех напрягла, а теперь заставила расслабиться. Нет, я напрягла заранее, чтобы потом ерунды не вышло. Хорошо, вполне резонно. Как всегда, а как называется песня? Прости, я пропустил. А вот песня совершенно не «Дарт Вейдерс». «Дайте два». Это я настояла. Мне просто она очень нравится из наших... больше других. Так. Поэтому мы ее в «Дарт Вейдерс» кавере исполним. Так, подожди. А оригинал-то тогда где, если это... Оригинал в «Дайте два». А, в «Дайте два» это оригинал, а в «Дарт Вейдерс» версия это кавер. Да. Это наш ответ на песню «Дарт Вейдерс» в исполнении «Дайте два». А, стали поговаривать. У вас тут такие игры уже пошли. Стали поговаривать, что я сама у себя ворую песни. И ты имеешь на это полное право. Как всегда, живой звук в программе «Живые» Дарт Вейдерс здесь сегодня. Погнали. Кто такой Джон Голдол, Джон с курс бунта? Отменяю заседание хардкорной хунты. Brave New World, человек человеку друг. Товарищи волк, работа не болк, вот это ходить. Кому жизнь, кому life is a bitch. Вижу наяву сны, нет смысла ныть. Стоит чаще менять угол обзора луны. No, don't worry me. Я все равно буду вовремя там, где надо. А пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry me. No, don't worry me. Я все равно буду вовремя там, где надо. А пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry. Скайпол, Атлант расправил плечи. Панч, что не Старк, сын Маргарет Тэтчер. Брейк, как хедшот перед чекпоинтом дерзко. Перпетум мобили, вектор, берсерк. My lips all aspect and vessel. Солнце над головой, это не сон. Для своих вем паутины часовых поясов. Don't stop, that's all. No hurry, don't worry me. Я все равно буду вовремя там, где надо. А пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry me. No hurry, don't worry me. Я все равно буду вовремя там, где надо. А пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry me. Пыльные будни, холодное лето. Смешаем сегодня все, что не следует. Экшен, когда если подскажут. Неважно куда, лишь бы как можно дальше. Как можно так жить, инфа 100% есть, а не кажется. Перегрев башни у блоковской барышни. Лечится шафлом с маэтом. Поэтому в роуминге don't fucking touch me. No hurry, don't worry me. Я все равно буду вовремя там, где надо. А пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry me. No hurry, don't worry me. Я все равно буду вовремя там, где надо. А пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry me. Пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry me. No hurry, don't.
пока в руках бокал, ноги в море. Don't worry me, don't worry me. Видишь, неожиданно, но красиво. Вот реально красиво. А тебе сегодня можно практически все. Еще раз напомню, у Люси день рождения, да. А, и второй раз день рождения свой она отмечает в программе «Живые». Сначала, может быть, это была случайность или не была случайность? Я очень люблю вообще день рождения праздновать на каком-то вот музыкальном событии так, чтобы обязательно выходить на сцену, держать в руках инструмент, либо петь песнь какую-то. У нас первый концерт «Дэйти 2» был 20 ноября. Ну, как так с детства вообще складывается. 20 ноября – это либо контрольная в школе, ты школу не прогуляешь, либо какой-то экзамен, либо еще что-то. Я думаю, надо не сопротивляться вот этому и не сидеть дома, свечки с торта сдувая, а как-то делом заняться свечки уже. Свечки с торта сдувая – это очень хорошая метафора, кстати. Я, в общем, крепкий парень, свечки с торта сдуваю. Одной левой. Ноздрюй. 46-47 – это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала свои, пробельчик, а дальше все ваши сообщения. То есть ты, в принципе, предпочитаешь даже в день рождения работать? Или ты не видишь в этом работы, это удовольствие для тебя? Ну, это не работа. Ну, не знаю, ты должна уйти из дома, должна куда-то прийти. Допустим, если не в студию, хотя уже второй год в студии, но тем не менее, на концертную площадку. Это все-таки в некотором смысле дело, да? Это не просто сидя дома есть салат или собирать... Хотя потом ты после эфира все равно пойдешь есть салат. Потом я попаду на другой день рождения, так, к человеку, у которого тоже день рождения. Алексей, мы едем. Ну, подожди. Есть еще и Алексей. Еще нет, раз. Мы едем, но потом. Хорошо. Еще кто? Что за Алексей? Я попаду на классический день рождения. Там, где уже все с тортиками, с салатиками и так далее. Кто такой Алексей, если это не секрет? Алексей – это друг моего друга. Ну, музыкант? Нет. А, тогда не интересно. Шучу. Маркетолог. Шучу. Тогда еще интереснее. Интересно, да. Но это кто-то из близких друзей. Он сейчас слушает эфир, я так полагаю. Я не знаю, может быть. А как он смеет не слушать эфир в честь дня твоего рождения? Может, он уже в караоке вовсю. А, там... А может, нет. Там такая болезнь у человека. Ну, я сейчас в хорошем... Я сама в караоке. Это болезнь. Я в хорошем смысле. Есть заболевание положительное, отрицательное. Это такая болезнь у человека, когда он поет в свое удовольствие, но для всех в некотором смысле, да? Это болезнь. Есть болезнь любви, есть болезнь дружбы. Ну, это в хорошем смысле. Есть болезнь вот караоке. Есть масса людей, которые гордятся тем, что они здорово поют караоке и любят это дело, а на сцену выходить не хотят. Кстати, кого-то, я сейчас не помню, с кем эта история была связана, но не в России. Кто-то из продюсеров какого-то из очень известных музыкантов нынешних, тут, правда, поп-музыкантов, ну, так себе, имея в виду не живую музыку, вот эту всю, подловил в караоке. Человек просто сидел в кабачке каком-то, а там караоке, и пацанчик пел себе в микрофон. Сам для себя, он особо ни на кого не обращал внимания. И этот продюсер подошел к нему и сказал: ты хочешь быть звездой? Он так посмотрел на него, что, конечно, хочу, почему нет? Все, ты будешь звездой. Какое-то время спустя, вот сейчас не могу вспомнить. Где этот караоке-бар? Ну, это не в России, к сожалению. А почему ты хочешь быть поп-звездой, Люси? Не, оставайся сам. Нет, я хочу сонграйтить для поп-звезд. Понятно. Так что и в караоке-клубе тоже можно кого-то, видимо, подловить, в хорошем смысле найти и вытащить на свет Божий. Поэтому, кстати, вот тоже момент. А что ты поешь в караоке? Вот что интересно мне вдруг стало. Вот тут такой момент Пугачеву? Тонкий. Нет. А Гузарову? Нет, я всего разочек была в караоке. Так. Там не было песен на русском языке, вообще это было в Финляндии. Ага. Я спела Тома Джонса, что практически прошу приравнять к Аллегровой, хотя я его очень люблю, он такой позитивный. Ну, тембр у него и похож на твой. И Боба Марли, он тоже позитивный. Тоже очень близкий к твоему тембру, да, я понимаю, да. А женских вокалов там, женских песен не попал, не, в Финляндии не поют в караоке женских песен. Так поют, но не я. Суровые финские парни. Это был один раз, то есть у тебя нет такой традиции? У меня нет богатого караоке опыта, потому что я все время прихожу и смотрю, а песен-то нет. И ухожу. Вон как. А тут пришла, а тут тебе нате есть. Есть что спеть. Кстати, был у нас, но сейчас, правда, он полетел, думаю, дома, видео этот проигрыватель, ну, DVD, а в нем караоке.
Помню, кума с супругой садятся на все праздники, и как какое же дерьмо, ну, в смысле, какие странные песни они иногда горланили на весь дом, да, вот эти колонки 5.1, которые красиво так горланили. Если бы все это вот можно было бы записать и кому-то показать, с одной стороны, это, конечно, все забавно, а с другой стороны, возникает вопрос, а где эти люди живут в принципе, да? Потому что это могли быть песни и чуть ли и Шевчука, это и Наутилус Помпилиус мог мелькнуть, это могла и Верка Сердючка вдруг неожиданно вот в этом всем. Так, чтобы слушать, конечно, этого не стали бы. А вот в караоке люди почему-то поют то иногда, что в принципе в жизни не слушают. Как ты можешь это объяснить? Ну, какая-то особая потребность. В чем? А, я понял. Спеть то, что не слушаешь. Я понял. Я тоже иногда люблю, идешь, по-моему, так бывает мимо ларечка, а там хот-доги продают. Иногда говнеца хочется пожрать. Домой же идешь, дома же вкусно, дома хозяйка, жена, она же готовит хорошо. Все равно какого-то вот этого дерьмеца ты все равно на него тянет время. А они что-то такое, они владеют секретом пищевого хита. Они что-то такое добавляют, что даже зная, что дома ждет хорошая кухня либо хорошая музыка, надо купить хот-дог и вот спеть в караоке что-нибудь. Верку Сердючку, эдакое, да. А у нас хоп-хоп-хоп, и все. А дальше как? Песня про «Я весело спиваюсь». Вот-вот-вот. Кстати, да. Никогда мне эта мысль не приходила добавить всего лишь две буквы в конце. Давайте петь дальше. У нас еще две песни. Помните об этом? Вы их тоже написали буквально вчера, я так понимаю. Ну, практически. Но людям уже успело полюбиться. Это та самая. Вот люди, дорогие люди, которым она успела полюбиться, к вам обращаюсь я. Возьмите, пожалуйста, снимите на телефон, как вы танцуете. Я хочу, чтобы хоть один флешмоб за долгую мою счастливую жизнь получился. Сделайте мне все подарок бесплатный. Пришлите видос, как вы танцуете, слушая радио. Вот именно эту песню. Да. И на эту песню синглы будет, я так понимаю, да, делаться. Вот. И людям она, как говорит, ребята, полюбилась. Давайте посмотрим. Давайте оценим. Как называется, ты не сказала? «Капитан дальнего плавания». Вот это уже женская песня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Дарт Вейдерс. Погнали. Чем мы держим голодными внутренних демонов? Кто жал на красную кнопку, тот помнит, где она. Как не боимся мы развязать, сорваться, разрешить себе немного дарксайда, и дело сделано. У нас в анамнезе есть почти что все круги ада. Пока земля была полой, мы тупо вечно падали, не понимая, в чем понт. Бесконечно поджон копалась на мели, но дали я. Не тону, деградирую. Миллионы таких, как я, соединяет могучий разгром, тесьма демона. Я капитан далекого плавания. По течению не тону, деградирую. Миллионы таких, как я, соединяет могучий разгром, тесьма демона. Нашим уютным аду под теплым ламповым светом, хороший соцпакет, а также бесконечное лето. Страсти и лакшери показывают в телешоу эффект присутствия без дефицита бюджета. Я точка на точке, на точке, на точке, на карте. Таких, как мы, сбрасывали в пропасть в древней Спарте. Но времена поменялись, мы выживаем, сбиваясь с толпы на старте. Я капитан дальнего плавания. По течению не тону, деградирую. Миллионы таких, как я, соединяет могучий рандом, тюрьма демона. Я капитан дальнего плавания. По течению не тону, деградирую. Миллионы таких, как я,
Я так и понимаю, почему эта песня пришлась по вкусу аудитории группы Darth Vader's. Действительно, очень зажигательно. Я бы сказал, очень танцевально, несмотря на то, что это и не попса вовсе. «Люся, огонь», пишет Ванька Корин. Вот просто два слова. Спасибо. «Люся, огонь». Спасибо огромное группе Darth Vader's на своем радио. Спасибо всем. Неделя просто сумасшедшая удалась. Скорейшего, ну да. Так, это Юля желает выздороветь. Она приболела немножко. Значит, отличное завершение недели. Юлии выздоровление. Да. Хоть дома и борщик, доширак иногда тоже хорош. Пишет Александр Баджи. Ну, мы к этому, да, мы к этому не возвращаемся. Мы об этом уже толковали сегодня. У нас всего-то одна песня осталась. Мне важно понять, сколько она по времени. Ну, навскидку. Минуты 3-4? Ну, 3,5. 3,5. Значит, мы будем как-то подгоняться под это время, потому что хочется закончить. Юля сейчас мне в личку пишет, напоминает, они, говорит, с кумой рюмку водки пили. Да, рюмка водки на столе, вот эти вот дела. Понимаешь, о чем речь? А так вот, если бы она где-то услышала эту песню, ее бы начала потихонечку колбасить, она бы так это подальше. А дома в караоке почему-то можно. Ну, говорят, Лепс чудесный вокалист. Я, правда, все не решаюсь как-то... Послушать? Послушать, проверить. Не, вокалист он чудесный, поет ужасно. Не-не-не, я не об этом. Я имею в виду внешне. Он когда поет, у него удивительная мимика такая. Он вот как-то вот так... А можно вот так его слушать? Нет, нет. Что касается вокала, Лепс я бесподобен. Я слушала Лепса однажды. Я ехала в такси с философской мыслью. И там мужик прям очень красиво пел. Я не знаю, ну, на радио не написано, что там Лепс поет. И песня-то красивая. Нет, у него... Ну, как бы не мое, но оценила высоко, субъективно, проявляющую в этом городе женщину. Это он всегда ищет. Ту единственную свою. Он Лепсеридзе, он всегда ищет. Он кавказский человек. Да, да. Хотел сказать, а Стас Михайлов находит. Женщин Лепса. Вот так и живут. Один ищет, другой находит. И у одного проблемы, и у другого. Потому что как у одного не те женщины, а другой никак свою не найдет. Нет, еще раз возвращаюсь к мысли. Лепс действительно замечательный вокалист, если уж так всерьез говорить. Материал, правда, весьма часто бывает не свой, а, ну, будем говорить, деликатно купленный у других музыкантов. Не вся качественная музыка в России может быть авторской, да, может быть. Согласен, согласен. Вся качественная музыка только где? Только у Люси Маховой. Мы к этому, вот к этой мысли и пришли сегодня. С днем рождения тебе еще раз. Спасибо. Совершенно искренне примею эти поздравления от всех нас, имея в виду радиостанцию, свое радио, от всех, кто слушает эфир сегодня. А нам уже надо заканчивать, к сожалению. Что это будет за песня финальная сегодня? Про лучшую песню, про лучшую музыку, про тишину. И одну секундочку. Значит, 4 декабря Darth Vader's «Улитка на склоне». 28 ноября... А, это «Улитка на склоне», Санкт-Петербург. 28 ноября «Дайте два», Муспаб, Москва. И 19 декабря примерно оба коллектива сразу «Бармалевич». Примерно. Спасибо, ребята. Я думаю, что сегодняшнее знакомство с вами вызвало в аудитории определенную волну, и эта волна вернется к вам валом девятым. Очень бы хотелось, чтобы так и случилось. Все, всем до понедельника. Прощаемся. Спасибо с Darth Vader's. Будьте здоровы, пока. Погнали. Satisfaction, push me. И ты тоже брут, пока моторы ревут. Из точки А в точку Б проложил маршрут. Люди встречаются, люди толкаются, ссорятся. Бегут в марафоны за выживание, борются. Блудных сынов преследуют сукины дочери. Места под солнцем на распродаже в очереди. Для новичков в этом котле есть масса соблазнов. Каждому по заслугам этим обязаны мы. Тем, кто делает город городом контрастов, учредителям всех притонов и трастов, урбан романтика старых мегаполисов, мифы, тихие гавани, полные опасных рифов, убийцы, кровопийцы, дети и буйные психи. И ты напротив меня тоже сидит тихо. Отстань! Я так регенерирую, выключу телек, радио выруби. Тишина, лучшая музыка этого мира. Молчи, просто не разговаривай в этом безумном больном бестиарии. Вавилон, да. Я слышу от Македон саду камней.
никогда не распустятся розы. Слепые шарят слепых, международный розыск. Цивилизация оглохла от тотальной гласности. Мы не услышим тот голос, что должен нас спасти. Hot spicy, big tasty, get tasty, die wasted. Надеемся, доверься, это все от бедности. Здесь пыль и ветер, здесь нельзя просить, бояться и верить. Антиутопия, массовый приступ истерики. Альфа-самки, вели-вонки в вашем колонке. Причины следственные связи слишком тонкие. Злой лес в лес, и железом по железу. Шум городов, озвученная пьеса-пьеса. Берегите барабанные перепонки. Здесь слишком шумно, здесь слишком громко. Берегите барабанные перепонки. Здесь слишком шумно. Как регенерирую, выключи телек, радио выруби, тишина.